Всем привет! С вами Кононова Аня, и сегодня я хочу разыграть третий конкурс, самый последний в нашем каталоге номер, по итогам каталога номер 3, это конкурс «Мой рост». Это самый важный конкурс для всех лидеров, для всех директоров, в принципе, на проекте. Почему? Потому что, когда вы поздравляете свою команду, когда вы показываете свой рост, к вам народ идет лучше. Почему лучше? Потому что вы растете, и вы об этом рассказываете. Конечно же, если вы не расскажете о своем росте, то никто и не догадается, что вы хороший лидер, что вы помогаете своей структуре, что вы поздравляете свою структуру, и что вы с ними рядом. Итак, конкурс «Мой рост». Он начинается от лидеров 6% и выше. Конечно же, участвуют все, кто есть в структуре Кононовых, неважно, а кто ваш прямой директор. Самое главное, чтобы вы были в структуре Кононовых. И, конечно же, видео о результатах за каталог «Мой рост». Примерный план видео такой. Мы с вами представляемся, представляем, в каком проекте работаем, хвалим команду, новое открытое звание 3%, хвалим VIP-консультантов, рассказываем про количество регистраций в вашу структуру, да, то есть и балловый прирост. Вот. Далее выкладываем на YouTube и посылаем мне в Skype или Telegram. Участвуют в денежном розыгрыше через генератор чисел все. Вот, и разыгрывается 5000 рублей между 5 участниками. Участники все, кто находится в структуре Кононовых, и плейлист «Мой рост» ежекаталожно бывает новым. То есть один конкурс закрылся, открывается второй конкурс сразу же, да, то есть вот таким вот образом никто, кто снял видео на «Мой рост», ну, как бы, да, то есть никто не будет обделен, а все будут добавлены в этот плейлист, и все будут участниками нашего с вами конкурса. Итак, давайте же с вами пройдем. И посмотрим наших дорогих участников. Участников у нас с вами 17. И, конечно же, мы сейчас перезагрузим генератор чисел и между 17 участниками разыграем конкурс. Но для начала посмотрим, кто же у нас участвует. Участники: Оля Дерябина, Виктория Бордос, Татьяна Никифоренко, Татьяна Решко, Елена Тимошенко, Татьяна Шалобродова, Вероника Якушева, Юлия Богдашкина, Мария Тёмкина, Алла Гасанова, Ольга Тарасевич, Людмила Воронкова, Ольга Окунева, Любовь Коновалова. Любовь Коновалова, как вы видите, два раза сняла ролики, можете посмотреть. Да, и также Елена Максимова и Ирина Рогова. Наши 17 участников. Итак, выбираем число 17, выбираем 5 человек. Нажимаем «Исключить повторение», вот, и нажимаем «Сгенерировать». Итак, у нас с вами участники под номером 1, 7, 11, 12 и 14. Итак, будем смотреть, кто же наши победители. Так... Итак, под номером 1 у нас с вами Ольга Дерябина. Поздравляем! Под номером 7 генератор чисел выбрал Веронику Якушеву. Поздравляем, Веронику! Под номером 11 у нас опять-таки дважды победитель по итогам каталога 3. Это Ольга Тарасевич, директор с Белоруссии. Олечка, поздравляем тебя, дорогая. Это огромная радость, что ты постоянно выигрываешь, что ты у нас такой позитивчик. Под номером 12 это Людмила Воронкова. И номер 14 это Любовь Коновалова. Огромные молодцы, девчонки, что вы участвуете. Это нужно, во-первых, вашей команде. Это очень важный ролик. Это очень важный клип для вас, для вашего роста, для вашего развития. И тут не так важно участие, как
ваши лидеры нуждаются в том, чтобы они видели и знали, что вы о них не забыли, что вы за них переживаете, вы растете вместе с ними, что вы добрые, отзывчивые и самые лучшие наставницы на свете. Итак, давайте же с вами повторим победителей. Это Ольга Дерябина, Вероника Якушева, директор, Ольга Тарасевич, директор, Людмила Воронкова и Любовь Коновалова. Девочки, поздравляю, жду ваши фотографии в личку и ваши регистрационные номера. К сожалению, из победителей не все написали свои регистрационные номера. Поэтому, дабы не перепутать ничего, мы призы на ваши регистрационные номера будем высылать после того, как вы вышлите нам свой номер. Итак, всех поздравляю, все огромные молодцы, желаю вам участия во всех трех конкурсах ежекаталожно и, конечно же, держу за вас кулачки и за ваш рост. Огромные умнички, всем пока-пока.